Быстрее! Времени в обрез! Что вы скажете Русвету? Правду. Что я не хочу воевать с собственным народом. Что я хочу того же, что и все, мира и диалога. Вместе мы спасем нацию. И что Русвет выступит против Фенриса на стороне Альянса. Спасибо, государь. Мне нужно пару минут, чтобы все наладить. Защищайте вышку! Не дайте им сорвать обращение! Основная задача выполнена. У нас новая основная задача. В чем дело? Давайте проверим, что тут. Снаряжение готово. Готово к заданию. Конечно. Скажи, что замечен нужно? Вражеский боец. Конечно. Замечен вражеский боец. Забирай! На наш штаб напали. Пока все под контролем. Идемте к вышке, пока есть время. Единица с рангом ветерана повысила ранг до элиты. На наше укрепление напали. Просто дайте мне координаты. Пора двигаться. В чем дело? Новые команды? Мы их как грецкие орехи расколем. Это всем поможет. Чем мне заняться? Выдвигаюсь. Бронебойный отряд готов к бою. Уже в пути. В чем дело? Медики в пути. Нужно что-то сломать. Замечен вражеский боец. Боевая ветерана повысил ранг. Моя очередь! Давайте проверим. Говорите! Что... Поспешишь, людей насмешишь. Мы на страже. Не вечно же прохлаждаться. Меня стреляют! Огневая задача выполнена! Теперь должно проверить внутри. Мимо нас никто не пройдет. Замечен один противник. Вы разве... С такими лучками нам их не одолеть! Ребята, мы здесь! Что дальше? Мы туда доберем. Это еще не все. Не расслабляемся. Гуляй, город. Сколько раз еще повторять? Война никогда не кончается. Я слушаю. Туда? Вижу перемещение больших сил врага. Лучше бы найти укрытие. У меня голова! Я атакую! Вижу там. Что? Давай, пошел! Вижу несколько целей. Сейчас же! Нужно что? Хотите убить? Замечен вражеский боец. Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Торопись! Замечен вражеский боец. По
Обращайте внимание. Нет, не бойся. Я готова. У нас еще осталась работа. В укрытие, вон туда. В следующий раз. Новые разведданные? Долго еще? Вот-вот. Держитесь. На орудийных стволах можно готовить. Горячий обед после каждого огневого задания. Чем помочь? Замечен вражеский боец. Наковальня! Чем мне заняться? Тут враги. Ой, как освежает. Враг приближается! Я с ними покончу! Кому нужен мой клинок? Похоже, ничего не надо. Прямиком на небо! С молот в железную трубу! Ждем приказа. Больше охотников на машины. Готова к заданию. Туда? Артиллерия ждет приказов. Если кто-то ищет неприятностей, отправляйте его ко мне. Я готова. За родину. Это может пригодиться. Забираю ресурсы. В пути. Прячемся в тенях. Видим цели. Фейерверк. Зря!
Не, конечно. Вроде подходил. Вижу силы противника. Обращение! Сейчас начнется! Братья и сестры, говорит Григорий Распутин. Какого? Нет! Мои люди в правительстве и я сам приближали его как могли. Царь Николай мертв. Он попался в нашу ловушку. Я лично казнил его. Нет! Государь! Полковник Зубов, лидер монархистов, сложил оружие. И я призываю всех врагов революции последовать его примеру. Да врет он! Надо вытащить царя! Слишком поздно. Мы проиграли. Время разногласий прошло. Объединившись, мы построим новый Русвет. Русвет, который займет законное место в Европе. Надо выбираться отсюда, пока не поздно. Оставили город, прихватив всех, кого могли. Фенрис осмелел настолько, что захватил в стране всю власть. Теперь он стоит во главе Русвита, а Саксонии правит безумец. И неизвестно, чем все это закончится.